Дни предприятия, ярмарки вакансий, служба занятости организуют несколько раз в течение года. Обычно такие мероприятия проводятся в стенах Управления по труду, занятости и соцзащите. Изменить формат встречи с безработными пенчанами предложили на открытом акционерном обществе «Полесье». 14 сентября здесь прошел День предприятия. Данное мероприятие было предложено провести впервые. И было поддержано Управлением по труду, и мы решили попробовать провести его непосредственно на базе, на территории предприятия, для того, чтобы людям, находящимся в поиске работы, наглядно показать те рабочие места, на которые их приглашают работать. Ознакомиться с условиями работы на незанятых рабочих местах и принять участие в экскурсии по производству пожелали всего 5 пенчанок. Некоторые женщины пришли по приглашению службы занятости. В их планы изначально не входило трудоустройство на предприятие концерна «Беллегпром». Первая встреча в таком формате не отличилась массовостью. Возможно, в перспективе такие мероприятия заинтересуют больше безработных. Я хочу отметить, что сегодня наше управление ежедневно располагает от 400 до 500 вакансий для трудоустройства безработных. Из них порядка 70% составляет вакансии промышленного сектора. И наибольшую долю в числе этих вакансий составляют вакансии ОАО «Полесье». В этом году на предприятии устроилось 42 молодых специалиста. Большинство – выпускники Пинского колледжа легкой промышленности. Несмотря на пополнение, незанятые рабочие места остаются. Сегодня на открытом акционерном обществе «Полесье» порядка 45 вакансий. В основном это работа для женщин, что связано со спецификой предприятия. Здесь готовы трудоустроиться искатели как с опытом работы, так и без него. Отсутствие специального образование тоже не станет помехой для желающих работать швеями, вязальщиками, операторами оборудования. Процесс обучения происходит непосредственно на предприятии под руководством мастеров, квалифицированных рабочих. Срок обучения зависит от выбранной профессии. Это от 2,5 недель до 3-3,5 месяцев. Уровень зарплаты новоиспеченных специалистов на открытом акционерном обществе «Полесье» в районе 300 рублей.